Региональный филиал Демократической партии Ак-Жол создан в 2002 году. С тех пор партия баллотировалась в парламент, принимала участие в выборах в местные маслихаты. К примеру, на выборах президента в прошлом году более 437 тысяч избирателей проголосовали за порядка 24 тысяч представителей Ак-Жола. Это значит, что около 30 тысяч человек заинтересованы в деятельности партии. За последние два года около 100 граждан обратились в областной филиал с личными заявлениями. Также проведены консультации по 95 законам, устная разъяснительная работа 81 гражданину. В правительство направлено 15 депутатских запросов. Филиал Акмолинской нашей партии «Ак-Жол» ведет активную работу. Именно с приходом Бахтсмагула здесь появились результаты хорошие. Например, несколько наших коллег, четверо, по-моему, да, стали депутатами местных маслихатов. В текущем режиме, когда проводится, у нас еженедельно по понедельникам проходят заседания фракции, и мы по видеоконференции связываемся все в прямом режиме на телеэкранах со всеми филиалами, и несколько раз вот Подхаржанович приглашал представителей бизнеса, представителей пенсионеров, социальных групп, для того, чтобы они напрямую задавали вопросы. В течение двух последних лет региональное отделение возглавляет общественный деятель Бахтсмагул. В связи с истечением срока его полномочий члены партии единогласно признали подходящим на эту должность местного предпринимателя Бориса Мельникова. Он родился в 1978 году в Урумкайском сельском округе Бурабайского района Акмолинской области. После окончания школы отслужил в армии два года. В одном из вузов региона получил специальность юриста. Сегодня Мельников занимается предпринимательством. Занимаюсь частным бизнесом, работаю в многих направлениях, в том числе и в сельском хозяйстве, и в производстве, и в торговле. Вот, возглавляю несколько компаний, большой коллектив. Вот, в силу своих возможностей стараюсь быть полезным Республике Казахстан. Мы открываем рабочие места, строим недвижимость. Поэтому хотел бы послужить Республике Казахстан на данном посту. Вступил в партию Ак-Жол. Кроме того, в рамках конференции организованной партии были назначены 18 новых членов областного совета. Также ряд граждан, которые внесли значительный вклад в развитие региона, награждены нагрудными знаками 25 лет маслихата МРК и 100 лет Республики Казахстан. Анель Бесенбаева, Айгуль Бекет, Казабаушан Смагулов, Жамбыл Болтаев, Кукши Акпарат.